короткометражка под названием «Пропавшая без вести». Что случилось? Стоит ли вам это все сделать? Просим внимания быть осторожными. Пропавшие без вести могут вам причинить много вреда и боли. Да распахнется дверь. Трейлер короткометражки. Собственный клад. Барни, это точно выход? Не знаю, Майк. Проведите карту. Первая, вторая серия. За 10 рублей. Смотреть на Бусти. Дэниел, мы не знаем, кто эти пропавшие без вести. Что за мутанты? Что у них с глазами? Никто не понимает. Советские эксперименты удались успешно. Однако это поменяло им психику. А некоторым увеличило кости. Для тех, кто явился храбрым или что-то такое. По типу этого дают две кровати. Разделенные две кровати. Это всего лишь трейлер локации. Из непонятной одной деревни обыкновенной. Из постройки все-таки было решено изучить это пространство. Что там не так? Кто-нибудь поймите, что не так с этой платформой. Никто до сих пор не может понять. Пропавшие без вести.